Друзья, покажу вам вид красивый. Мы на холме находимся. Со стороны бывшей военной части района Рокчино. Вот. Самая высокая точка и самая красивая. Здесь вообще можно сделать лавочки, качельку. Вот, храм всех религий. И видно, как у храма собралась толпа туристов. Вот. Место, конечно, классное. Ну вот, потрясающее место. Образовалась такая визуальная площадка. Можно посмотреть. Вот он, в лесочке бегал. На подзыв идет, на свист. Ну что, Вакаха, пошли. Мы с Вакаем сегодня по пути решили заехать вот на наш островок, который находится прямо на Волге, напротив Верхнего Услона. Здесь коттеджный поселок, в общем, прикольно. Походим, погуляем здесь. Открыто, можно приехать. Ну, гулять, конечно, здесь такое себе, стройка кругом. Строю материалы, поэтому мы на поводке. Вакай, отпущу покупаться. Здесь открытая Волга. Иди ко мне сюда, Вакай, тут прямо кошмар вообще. Опасно очень. Лапу проткну. Иди сюда ко мне, иди. Отпустила парня. Ему хочется, конечно, ой, искупаться, а я вот здесь тенечки. Ну, плавать классно здесь, ходить на яхте. Какая-то комета прям идет. Мимо Услона, интересно. Это по межгороду, видимо, плавают. Туда, по Волге. Здесь шикарные коттеджи. Их видно с воды, просто потрясающе. Вот, собственно, марина с яхтами. Все в основном вельвет. Но у нас есть в Казани верфь. И вот наши местные яхточки. Ну и не только местные. И храм всех религий. С воды он великолепен. А мы были справа, вот на том холме. В общем, вот такая обзорочка вам сегодня этого места. Рокчино. Он еще, конечно, будет облагораживаться. Это все еще пока не настолько развито. Ну вот. Таким образом.
И здесь тоже марина. Здесь как бы лагуна. И уже в этой дельте у нас прям много тоже яхт. Чумновато, конечно, здесь железную дорогу слышно постоянно. Вот это видно. Таких вакаев тут еще не было. Нам бы тут жить подошло. Ворона на берегу ругается на вакаху. Что ты завис? Пойдем. Влаги не хватает, все засохло. Зелени мало. Это объявление о продаже. Это похоже таунхаус, потому что они в основном здесь. А может быть и нет. Возможно, ветер только в этом районе, потому что сегодня не было ветра совсем. И на той стороне, смотрю, его как бы особо нет, деревья не двигаются. Здесь открытая Волга, скорее всего, ветер всегда на Волге есть. Поэтому на этом островке, видимо, так. Здесь, в этом районе, ощущается место курортного какого-то, курортной жизни, в общем. Сразу настроение хорошее от вида яхт, коттеджей, реки. Ой, кажется, свобода. Куда хочешь, плыви. Потрясающе, конечно. Здесь довести еще все как бы вот до какого-то состояния эстетического. Еще просто не заселен этот коттеджный поселок. Продается тоже участок. Без построек. Ну, в общем, земля дорогая. Отсюда и высокая цена. На готовые уже дома. Ну, смотрите, небольшой участок так-то. Вот в таком состоянии. Там таунхаусы стоят, здесь еще стройматериалы, куча мусора еще пока, видимо, не распродали всю землю. В общем, вот такой коттеджный поселок. Где-то уже живут, красиво обустраивают, а где-то еще вовсю ремонты. В общем, такой разный. И уютный с другой же стороны.